Представитель Узбекистана Шарафиддин Балтабоев, который выступает в весовой категории до 81 килограмма, занял третье место на турнире Большого шлема в Тбилиси 2022. И что ж, я вам предлагаю посмотреть обзор на его поединки и на ваших экранах раунд номер 2. И первая схватка для Балтабоева на этом турнире против дзюдоиста из Казахстана. И как видите, Балтабоев был очень активен в данную встречу, и видно было, что он более опасен, и что, скорее всего, он выиграет эту встречу, потому что очень хорош был Шарафиддин, и немножко ему не хватало для того, чтобы бросить своего оппонента. И вот здесь в Golden Score всего лишь на 15 секунде он бросает контрприемом своего оппонента. Бросок через грудь на Вазаре. Ну, скорее всего, был эпон, но не столь важно. И сразу же раунд номер 3 против грузинского дзюдоиста. Ну и как вы знаете, всегда тяжело бороться против грузин дома, в Тбилиси. Схватка Балтабоев Гучеладзе это показала, но вот в этом эпизоде грузин заходит на бросок, ошибается и падает на эпон. Судья сначала показал в Азаре, затем дал эпон, но очень глупая ошибка от грузина и очень досадная. Но на ошибках учатся, поэтому в свою очередь Балтабоев идет в четвертьфинал против корейца Ли, которому он проиграет. Очень удивительно, но самое удивительное это то, что данный корейский дзюдоист станет чемпионом в этой весовой категории. Но в финале данной категории, насколько вы знаете, Ли, кореец, победит Григлашвили, что совершенно неожиданно было для всех. Ну и в этом эпизоде борец в синем кимоно открывает счет в одном вазаре. Хорошее исполнение броска Коучигари. И здесь Балтабоев был близок к тому, чтобы сравнять счет все-таки. Идет борьба, Балтабоеву нужно отыгрываться, заходил здесь на подхват, но чуть не попался на контрприем. И вот здесь интересный эпизод, снова на Коучигари будет заходить кореец, и вы перекручивает его и контрит Балтабоев, но судья не дает оценку, и что вы считаете, почему здесь не было оценки? Может кто-то знает, потому что мне кажется за такое дается в азаре как минимум. Ну и второй в азаре добывает Ли, броском через спину побеждает в четвертьфинале довольно сенсационно. Ну и против таджикского спортсмена борется Балтабоев. В утешительной встрече. Также хочется отметить, что он очень был близок несколько раз к тому, чтобы бросить своего оппонента. И я вам хочу сказать, мне понравилась форма Балтабоева именно на этом турнире. То есть на предыдущих турнирах, когда он занимал третьи места, я не сильно так мог отметить что-то. Либо, но вот именно на этом турнире мне прям нравится и довольно похвально он выступил. Хоть и не удалось ему выйти в финал, не удалось занять второе или первое место. Но, как говорится, как некоторые говорят, третье место лучше, чем второе. И вот в этом эпизоде Балтабоев все-таки проводит встречную потечку и зарабатывает в азаре. Несколько раз он пытался бросить потечки своего оппонента. И здесь хоть и немного коряво, но получилось. И этого одного в азаре ему хватило, чтобы победить в утешительной встрече и отправиться в бронзовый финал против Цкаева из Азербайджана. И азербайджанским спортсменам тоже большое уважение, как я писал в своем телеграме. Обязательно, кстати, подписывайтесь, там мы общаемся, обсуждаем соревнования и так далее. В своем телеграме я писал, что азербайджанская команда очень хорошо выступает, потому что много новых, много свежих имен, много молодых. И это путь к прогрессу, то же самое касается, я писал, и Казахстана, и Украины за счет тренеров и так далее. То есть нужно менять. Ну, это лично мое видение, мое мнение, с этим вы можете быть согласны или не согласны, ну а мы перейдем к обзору все-таки. И, как видите, Балтабоев два раза заходил на свой, наверное, один из своих любимых приемов, это катагурума, либо бычок в простонародье. И обоюдно равная схватка была на самом деле, что Цкаев, что Балтабоев показывали хорошую борьбу, мне нравилась обоюдная. Вот здесь интересный эпизод. В данном эпизоде третье шидо получает азербайджанец якобы за захват, за подол кимоно. За захват ниже пояса. И таким образом Балтабоев зарабатывает бронзу.